Господа и дамы, возможно, в видео будет присутствовать огромное количество посторонних звуков, которых, по идее, быть не должно. Понимаю, извиняюсь. Юг, жара, конкретно в этой квартире я бы не сказал, что есть какие-то нормальные зоны вентиляции, то есть нету ни кондиционеров, ни хрена. Поэтому, что на одну сторону двора выходят окна, что на другую, и как бы открыто насквозь, поэтому где-то собаки, либо человеки немножечко могут покричать. Вот. Плюс его величество Писков играет в лолку, поэтому, возможно, будет громко. Давайте обсудим с вами нашумевший, прекрасный, тот самый, который заставил некоторых в сердцах раскидываться в пабликах говном по поводу того, что а нахуя это нужно. Сейчас будем разбираться. Но я думаю, вы по превью, в принципе, и так поняли, что это такое. Спойлер, сегодня опять забивать не будем. Вот, до этого забивали, сейчас вот не будем, потому что... Почему? Потому что нулевка, типа, не совсем мой продукт, но подсветить и объяснить, наконец-таки, вот всему этому бурлящим говнам, что это за хуйня, я думаю, что надо. Смотрите, стоимость, насколько я знаю, на Zero сильно не отличается, как на основную линейку. Если отличается, напишу вам текстом. Что у нас в боксике? В боксике у нас есть уголек от Бруска. Когда-нибудь я обязательно его покурю. Отложим его, не знаю. Я бы не сказал, потому что мне прям сильно зашел такой формат угля. Мне привычнее вот то, чем я пользуюсь на постоянной основе. 250-граммовые банки Бруска Zero. Та самая история, которая, наверное, будет в рознице или в хорике. Кстати, вот типа для любителей прям вообще воздуха в хорику, почему нет? Можно взять там пару-тройку вкусов и что-нибудь миксовать там с Дели Хукой, чтобы прям вообще воздух получать. То есть три вот таких вот баночки, даже один готовый микс. Ну вот так все это дело будет выглядеть. 250 грамм белой упаковки. Плюс у нас, я так понимаю, что есть все 10 вкусов, которые у ребят также есть и в основной линейке. Давайте их все достанем. Больше у нас боксики, кроме вот такой вот хрени, ничего нет. Вдруг там денег кто-то еще положил. Не, не положили. Очень жаль, очень хотелось бы. Вот. Смотрите. Что такое помело, да? Зачем нам нужен, собственно говоря, вот такой вот продукт на рынке на сегодняшний день? Многие скажут, то, что хуй поймешь, зачем ты вообще это снимаешь, зачем нам это надо, мы хотим, блядь, трофим и так далее. Все здесь максимально просто, друзья. И давайте вот за трубочку мне потом не предъявлять. Тут лед. Лед, когда губ касается, они замерзают. И вот то, что вот называется мышцами лица, немножко охуевает, и потом как-то не очень приятненько разговаривать. Не все звуки даже воспроизводить получается. Так вот, ребята сели, ребята подумали, то, что существует множество продуктов на рынке. Существует как чайный сегмент, сигарный, табачный, легкий, средний, крепкий. Есть безникотиновый сегмент, в который, по-моему, в самую первую очередь, ну типа более-менее в масс-маркет залетела именно чебака. Не знаю, как там у них продажи, вот, и как будут продажи конкретно линейки Zero у Бруска, но эта штука даже кому-то нужна. Поясню, откуда такое умозаключение. Когда-то очень-очень давно, возможно, где-то пару лет назад или года полтора, нет, наверное, пару лет назад примерно, человек закидывал мне донат, по-моему, то ли на стрим, да, на стриме был донат. Вань, сделай обзор чайных смесей, которые будут без никотина. И на тот момент чайных смесей без никотина было ровным счетом нихуя. В данный момент они с каждым днем их становится все больше и больше. У меня, по-моему, был уже экзит без никотина, у меня была чаба. Теперь еще и бруска. Что могу сказать здесь по ароматам? Ребят, пробовал, линеечку всю практически попробовал. Типа по ароматам то же самое, что и в основной линейке. Вообще мало чего изменилось, только теперь это вообще курица как воздух. То есть я бы не сказал то, что я прям в основной линейке бруска чувствую никотин, так как это для меня, ну типа прям самый низкий порог никотина. Ну типа это неплохо. Это неплохо для тех, кто захочет вкусно попускать дымок. Вы скажете, типа, да не может быть, что таких людей было много. На самом деле, может. Потому что, опять же, вот я про своего брата всегда привожу в пример, что я забивал ему даже Space Smoke, обычную вот эту пасту, даже от нее он немножко покашливал. Потому что для него, наверное, сколько не никотин, сколько вот теплота
и, наверное, ароматизатор в паре, он садится на горло, ему это неприятно. Получается, что вот эта вот история, она исключительно для людей, которые просто хотят попускать вкусненько дымок. Давайте-ка расставим по-быстрому, я вам расскажу, что топ, что не топ. Если вдруг вам нужна линейка Zero, вы можете ее взять, приобрести. Не знаю, правда, где она сейчас есть, но вы у ребят можете всю эту историю узнать. Ребята, кстати, до сих пор продолжают наносить номера партии, чтобы в случае чего выявлять косяки. Здесь похвально, тут прям молодцы. Ну и опять же, типа дизайн, все-таки ребята придумали клевую штуку покрасить подложку в белый цвет. И, собственно говоря, так вы их узнаете быстрее на полке. Ледяной арбуз. Пользуюсь на постоянке, топейший вкус. Не знаю, кто там говорил, что он химозненький. Мне он достаточно хорошо заходит, мне он нравится. Я бы сказал, то, что это один из лучших арбузов. Не был бы ледяным, вот был бы просто арбузик, была бы пушка. Ананас. Не тот вкус, который мне понравился. Сказал бы больше, что даже не зашел, чем зашел. У него есть определенные плюсы. Да, он в миксах проявляет себя хорошо. Но я не думаю, то, что любитель там бестабачных, безникотиновых смесей будет набирать себе все 10 вкусов, чтобы пытаться их как-то между собой миксовать. Скажу то, что типа это на любителя, это вам нужно попробовать самостоятельно, но вот мне не особо зашло. Грейпфрут с малиной. Один из топчанских, потому что, как я уже и говорил, как будто бы вот именно таким должен быть Пинкман. То есть все слышали про этот знаменитый Пинкман, но мало знают, что это такое. Пинкман — это грейпфрут, земляника и вроде бы как то ли малина, то ли клубника, хуй разберешь. И вот здесь грейпфрут с малиной, но с такой вот легкой-легкой земляничкой на фоне. Вкусненько, хорошо, сладенько, не надо будет вам ничего придумывать, просто покупайте себе эту банку и не паритесь вообще в принципе в целом. Ананас, помело и личик. В свое время не совсем я понял этот аромат. Скажу вам так, то что это можно взять покурить, это весьма интересненько. Не сказал бы я, что это топчик, но типа в целом взять покурить можно. Кокос со льдом, та же самая история. Немножко сильно все попортил ледик. Не сказал бы я, что прям вот очень сильно мне это как-то нравится, но типа как вспомогательный кокосик, это очень даже неплохая штука. Лимон с мелиссой. Не стану рекомендовать всем и вся, потому что типа для тех, кто прям вот любитель кальянной культуры, все знают этот привкус, он немножко напоминает моющее средство. Для тех, кто все еще не познал всю глубину вкусовщины и так далее, вы можете взять себе это попробовать просто для ознакомления, для того, чтобы понимать, что это такое, мы не знаем, что это такое. Кстати говоря, виноград. Виноград, кстати, вот я не знаю, как этот сорт называется, очень маленький, вот этот вот мелкие-мелкие ягодки, у которого на грозди их дохренище, и вот из него, как правило, то вино делают, такое прям сладкое-сладкое, либо компот. Хороший, вкусненький виноград, тут ребята молодцы. Холодок не вижу смысла оценивать, сразу отставляю его в сторону, потому что холодок, он и в Африке холодок. Гранат. На середину. Многие его боготворят, говорят, то, что он лучше. Я бы так не сказал. Мне здесь не хватило, как бы вам так объяснить. Как сказал товарищ дед, профиль хороший, тело отсутствует. Вот здесь такая же история. Профиль хороший, тело отсутствует. Мне не очень понравилось. А дыня с кокосом и карамелью поставлю на грани нормы топчика, потому что я не совсем любитель вот подобной прям сильно переслащенной истории. Но, насколько я знаю, даже вроде бы как Илья Романов покупает себе этот вкус домой, как он сам об этом неоднократно говорил. То есть примерно вот такой топчик. Из того, то, что я прям вот старательно обхожу стороной, только ананас и лимон с мелиссой. Все остальное можете брать, в принципе, если вам нужна безникотиновая линейка на основе чайной смеси. Либо у вас там есть продукт, который вы не можете курить в соло, вам вот досталась там условно банка финки, и вы такие, блин, вообще не вывожу, что делать, даже разбавляя легкими табаками, вам кажется, то, что это все равно немножко вас пинает, ну как бы вот можно найти выход. Понимаю сейчас, сколько говна в меня за это полетит, но типа для кого-то это тоже будет выход. Штука интересная, да. Стоит ли вашего внимания, если вы любите прям что-то максимально легкое, не любите никотин, и вам просто нужно попускать дымочек, то, наверное, обязательно, конечно же, стоит с этим продуктом ознакомиться, попробовать его подымить и поделиться своими впечатлениями в комментах. Ненужные продукты на рынке встречаются крайне редко. То есть прям вот совсем ненужные продукты – это большая редкость. Когда вы там можете сказать то, что да кому это надо, да пошло оно все нахер, да это говно или не говно. Когда это говно, все профкомьюнити, все потребители, все пользователи, все как один в чате говорят то, что это хрень. А здесь просто большинство это даже не попробовали, большинство типа не понимают, зачем это пробовать, потому что это линейка Zero, она безникотиновая. Но те, кто работает в магазинах, те, кто работает за прилавками, ребят, напишите вы в комментах, а сколько раз к вам приходили и говорили, а можно мне что-нибудь для кальяна без никотина? А сколько раз вам говорили, мне там для вейпа, мне для пода нужно без никотина? Таких людей огромное количество.
Я, как человек, работавший в магазине за стойкой, могу вам сказать, что это каждый пятый покупатель плюс-минус, который хочет максимально легко, максимально без никотина. И желательно еще дайте ему электронный калаут, чтобы, блядь, было еще и больше здоровья. Поэтому данный продукт имеет место быть. Вот. Ну и на этом у меня все. Спасибо нашим партнерам. Концептик дизайн Япона Хука. Вот на такую красоту действует скидка 10% на сайте Япона Хука и на Концептик дизайн тоже. Также спасибо всем нашим партнерам, табачным, бестабачным партнерам. Всем нашим партнерам огромное спасибо. Вот. Всем их чтим, уважаем. Спасибо нашим уголечкам за то, что они с нами. Вот. А я пойду снимать для вас дальше видосики, а вы пока что посмотрите этот. Ну и как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся, увидимся с вами где? Правильно, в следующем видосе. Ready?